Были на Марьинском бульваре, вот он. И сейчас на очереди бульвар Мячковский. Идет вот перпендикулярно. Пойдем в направлении улицы Поречной, то есть туда к Москве-реке. И здесь на Мячковском бульваре также есть пруд. И он также относится к восточным Марьинским прудам. Вот он здесь выглядит немножко более эстетично, что ли. Ну, посмотрим сейчас, поближе подойдем. Сейчас свернули, собственно, на Мячковский бульвар. С бульвара Марьинского туда он еще продолжится какое-то расстояние. Так, и тоже широкий бульварчик, и тоже посредине водоем. Так, сейчас идем сюда. Ну, такой вот водоемчик тоже. Причем он, как я понимаю, маловодный. Узенькая тут эта речушка. Так, а что у нас прямо? Получается, если я не ошибаюсь, вот эти дома, которые мы видим по центру кадра, не вот эти вот, которые по бокам, вот которые по центру, прямо вот за Высоковольской туда будут, это уже район Братеева. А, вроде бы как улица Борисовские пруды, которые проходят по кромочке. И мы там уже были как-то. Это осенью, наверное, первый день осени, самое начало сентября. Что-то вот примерно вот в это время. Вот, а до них там проходит Москва-река еще и улица под названием Поречная. Сейчас вот на которую мы как раз сейчас идем. И такой тут опять-таки скверик небольшой, где вот это протекает речка. Ну тут как-то вот, я не знаю, тут как-то поцивильнее, чем вот именно было на Марьинском бульваре. Хотя бы нет ощущения там сточной канавы вот от этого водоемчика. А эта речка органично вписывается в ландшафт. Так. Так, улица Поречная у нас впереди, за ней парк Марьинский там, или вот парк 850-летия Москвы, я не знаю, это одно и то же или нет. Парк 850-летия Москвы точно есть. А с другой стороны, туда вот в направлении Батайского проезда, но это будет уже по другой стороне улицы Люблинская. Возможно, и вот, вот эта часть тоже относится к данному парку. Так, ну выходим. Я просто сегодня вообще не думал, что я в Марьино окажусь. Хотел на несколько другие улицы ехать, но они мне показались труднодоступными. Пока не скажу, какие, но, в общем, они будут. Но ближе уже более теплого времени. Вот, поэтому я несколько не подготовился, так скажем, к этому циклу выпусков. Ну, ничего страшного, гуляем, смотрим эти улицы. И сейчас вот вышли на улицу Поречная.
и смотрите следующий выпуск по Поречной улице уже.